Дополнительные зимние каникулы организуют в школах с 14 по 20 февраля. Отправятся на них ученики первых-вторых классов. Такой отдых для этой категории учеников организовывается ежегодно из-за того, что третья образовательная четверть – самая длинная в учебном году. Каникулы помогают предупредить утомляемость юных учеников, учитывая запросы родителей, которым не с кем в дни дополнительных каникул оставить детей, в учреждениях образования сделают лагеря с дневным пребыванием.